Террористы из группировки «Исламское государство», она, напомню, запрещена во многих странах, в том числе и в России, разрабатывают ракеты класса «Земля-воздух». Как сообщает британский телеканал Sky News, работы идут в Ракке. Этот сирийский город считается оплотом боевиков. Уже удалось создать элементы блоков теплового самонаведения. Над модернизацией боеприпасов трудятся высококвалифицированные специалисты. Они также готовят радиоуправляемые машины для совершения терактов. Боевики в последнее время несут ощутимые потери. Правительственные войска при поддержке российской авиации наступают практически по всем направлениям. По последним данным, за год территория, которую контролирует ИГИЛ в Сирии и Ираке, сократилась примерно на 30%.